Сирийская армия при поддержке российской авиации сегодня взяла под контроль стратегически важные высоты к северу от освобожденного от террористов города Сальма. Нормальная жизнь там пока не налажена, почти все заминировано. Наш корреспондент Клим Санаткин находится на позициях сирийской армии и подробности в его репортаже. До сегодняшнего дня эта дорога в Сальму была перекрыта. Здесь шли ожесточенные бои. Город, который несколько лет считался столицей запрещенной в России террористической группировки Джебхат ан-Нусра и в котором, по некоторым данным, находилось около 10 тысяч боевиков, теперь освобожден. Это первый блокпост на въезде в город Сальма. Здесь сейчас находятся бойцы сирийской армии. Они охраняют город. Мы долго ждали этого момента. Террористы захватили нашу землю, убивали мирных жителей. В боях мы потеряли много солдат, но мы готовы сражаться и дальше, до тех пор, пока полностью не истребим всех террористов. Сирийский флаг в руках бойцов ополчения отряда «Соколы пустыни». Метр за метром они вместе с правительственными войсками отвоевывали Сальму. В этой войне у меня погибло много родных. Дом разрушен. Башар Асад наш президент, и мы уверены, что сможем освободить остальные города. Переломить ситуацию и начать контрнаступление стало возможным несколько недель назад, когда военным удалось взять стратегически важную высоту Ан-Нуба. Командующий отрядом «Соколы пустыни» Мухаммед Джубриль говорит, что отбить город без поддержки российской авиации было бы просто невозможно. Благодаря сотрудничеству России и Сирии идет полномасштабная борьба против террористов во всем мире, потому что на нашу землю приехали боевики из разных стран, и мы не смогли бы побеждать без российской авиации. Россия наш главный союзник в этой борьбе, и благодаря ей наши люди снова поверили, что война может быть закончена. В Сальме уже давно не осталось мирных жителей. Как только сюда пришли боевики, люди бросили свои дома. Сейчас город временно закрыт. Отступая, террористы минировали дороги и дома. Вот такие самодельные бомбы бойцы сирийской армии обнаружили в освобожденных домах. Сейчас их вывезут за город и будут взрывать. Много такого оружия, и что вот вы находили? Бомбы, что? Там все, что вы думаете, может и больше даже. Вот это просто не самодельные, а там просто много есть помощь от Турции, от Катара, от все есть, даже это израильские это самое оружие. За это получается много это самое страдает смирные. Люди, а тут это, а их это все равно. Главное, их бегут люди. Сирийские военные говорят, что в горах могут оставаться боевики. На разминирование и зачистку пригородных территорий может уйти несколько месяцев. Но главное, сотни семей скоро смогут вернуться домой и вновь почувствовать себя в безопасности. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко, Никита Севастьянов, Дмитрий Синицын. Первый канал. Сирия, Сальма.